Всем привет! С вами хозяин казино, и мы сегодня добрались до новой локации и добрались до ЕГТ-шек, где есть покупка бонус. Попробуем, пошумим, повеселимся, то с этот гибли понеслась. Сегодня у нас с вами наш традиционный 10 тысяч белорусских рублей, что делает около трешки долларов. Я напомню, делим кредиты на 3, получаем в российских рублях. И давайте сразу с покупной начнем. Итак, деноминацию мы с вами сделаем вот такую, более привычно. 1 000 000 кредитов. И бонус попробуем с вами прикупить. Давайте посмотрим, поскольку. MaxBet 2000 кредитов, самая дорогая бонуска стоит 200 000. Я предлагаю не газовать изначально. Давайте попробуем что-то среднее выбрать. Так. 600. Давайте по 60, да? Попробуем затариться. Первая бонуска – это чистая бананза Сябрык, кто не знает. Это, наверное, первая покупная, которую я вижу на ЕГТ. Ой, как громко. Если не ошибаюсь, мы можем звучок отрегулировать, да, вот так. Ну что, то с этот гибнет, понеслась. Первую покупную Сябры я вообще увидел на Беллатре. Беллатра начала первые покупные делать на офлайновых аппаратах. У нас есть серия видеороликов, где мы покупали на Book of Doom, если мне память не изменяет. И 8 были никакие, но 10 покрыла все убытки, там 1 200 000 кредитов дала. Символ мужик, 4 мужика, бонус, все случилось. А вот на этой штуке я увидел ее где-то, наверное, год назад впервые. Есть интригер, Сябры. Повезло. И я пробовал покупать, и мне тогда ничего не получилось. То есть это, блин, четко слизанная бананза, точно такая же неплатящая, как и нам всем известно. Будь она трижды проклята и горит в автомат там аду. А что за нищий бомбёж? Как с этим жить? Жень, как ты думаешь, я не зря из-за звука переживаю? Все будет хорошо, окей. Блин, зачем мы в этот блудняк влезли, я даже не понимаю. Ладно, контент. Шина ехала, вот, 60 тысяч мы потратили, 9 получили. Ни в чем себе не отказывайте, ребята. Давай еще одну, черт с тобой. Мы же богатая Буратино, пока что. В атаку. И план собрать, это ЕГТ-шка. А ЕГТ-шка, она такая, она кушать-кушать, потом платить. Помаринует, но потом что-нибудь нам даст. Надеюсь, не по губам. Так. Я вот, кстати, не подготовленный, не знаю, какой здесь максимальный икс для бомбежка. Ну, вряд ли 1000, наверное, 100. А, да, 100, вот написано. От 2 до 100. Пора. Ты хоть что-то дай по-братски. Что попросил, то и дал, хоть что-то. Машина въехала вот. Или иными словами, пососи, Егор. Ребята, возможно, не рабочий стоп. Давайте на повышайке. Попробуем еще раз. Моя попытка номер 3. Блин, вот ты не снимаешь, это возможно за нас на. Но это не точно, блядь. Дай жизни, сестра. Так, начало. 15, проект отбили, годится.
чуть было не было. Снова штанга. Возле жопы понюхать. Ничего. Отвратительно. Всего. Поро. Чего. На 100 хотя бы. Ну, на 100, да? Если вдруг в вашей голове, сябры, возникнет мысль покупать бонусы на офлайн от ЕГТ, помните об этом уроке, который, опыт, который мы приобрели за мои деньги. Так, давай-ка вот так, будь ты неладен. Кажется, это будет самый короткий ролик в нашей истории. Да-да-да, это было как выпуск Торц. Жизнь, мать моржи. Быстро. Так, желе. Звезду. Сердечко. А одно серденько не довез, но годится. Уже 69-ка. Это нравится. Так. А давай что-то хороший комбинацион и на 100 умножим. Семерка. Больше так не делать. Еще 6 крутых. Это, кстати, вообще ничего не значит. Брат, банан за брат, шансони. От души душевно в душу. Ну! Интригер, завези интригер. Интригер. Машина ехала вот. Все очень хорошо начиналось, но об стену мы убились, как и всегда. Total credits won. А он даст это пробить? Даст. Придется так действовать, а что нам остается? По старой методике. Ну что думаешь, Женя, увеличимся? Нет, двух, так это за 200к уже. Не, я предлагаю остаться вот где-то в этом диапазоне. Иначе у нас патроны закончатся предельно быстро. Покупная бананза. Кто бы мог подумать? Ну ладно. Им осталось деду сделать, чтобы уже людей обнулять просто буквально за 10 минут карты. Да вот плюсовую. Звезду. Нет, не шмогла. Ура, монедос. А еще? Так. О, я X50 даже не заметил. Граница. Чуть-чуть. Патроны. Еще как-то веселее накидывают, может, мне кажется. Это какая? Четвертая бонуска у нас по счету, да? Или пятая уже? По-моему, пятая даже. Немножко запутался. Хотя бы одну плюсовую. Дай жизни, сестра! Я в душу мотал, ладно. Придется так. Не получилось. Ладно, это рискованно. Врагу не сдается наш гордый варяг. 4 скатера хуяк. Погнали, дай жизни, сестра. Мы тебя дожмем. Мы тебя дожмем. Это не точно. Поехали. Так. Желтый огурчик, желешка. А, звезду бы не довез. Это прискорбно. Ладно, 9 кастин есть. Желе в студию. Не очень понравилось. А это вообще отвратительно. Интригер завози. Интригер по-бродски. Прикинь, семерочки мог бы дать. Вообще бы не стошнило. Так.
А что происходит, можно спросить? Катастрофа. Давай. Не смешно. Это тоже. Ладно. Проклятие. Блин, это самый глупый сценарий, который мы с тобой придумали. Типа, мы будем покупать бонусы на бананы целый час. Выиграем много денег. Похоже, мы уже заканчиваем. У нас полбалика отлетело. Так, колокольчик. Срочно есть колокольчик, годится. На сотку еще. Ладно. Имба, ребята, первая нормальная выплата. И это первая плюсовая бонус. Годно. Что еще? А здесь тоже интересно, один спин играет? Или все-таки может быть хотя бы два? Интригер. Интригер, завози, завози, не бойся. Ладно, колокольчик. Тоже копайка. Вот сейчас можно интригер давать, кстати, смело. Нет, штанга. Клевера. Чуть-чуть дышит, чуть-чуть. О, на 15. Ну, вот, ну, спасибо. Для шанс финаль. Пососи же, старичок. Ладно. Рискнем на повышение. Один раз, да? Один раз не этот самый. Хорошо, пробуемся. Погнали. Дай жизни, сестра, брат. Хотел сказать, три пироженки, где четвертая? Армянская буква, где? Так, что она не дала? Купил бонус, но она не дала, да. Это прям многим мужчинам знакома, плюс-минус ситуация. Купил, она не дала. Итак. Какой-то негатив, надо на позитив настроиться, аппарат брат. Той жизни Ваньки Лодомана, но вот так. Пудин. Ну, Пудин, я хотел сказать Ванчик, ну ладно. А сейчас? Вот сейчас давай. Соберись. Моей ярости нет предела. Нет предела моей ярости, Сэмбэ. Сука, я его маму достал. Этого аппарата. Так. Это какая-то, знаешь, как мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Типа ты просто закидываешь бабки, а в ответ ничего. Один день я доберусь до Белатры, Андрей, я знаю, в одном заведении она стоит. Один день мы доберемся, снимем ролик, я вам покажу, что такое покупные на Белатре. А не вот это вот. Но синие. Одну синюю не доставил. Ладно, предположим, 72 тысячи. Интригер. Интригер, завози, пироженку. Не шмогла. А сейчас? Серденька хочу. Вместо этого вот за жопу понюхать, ладно. Давай, сойди с ума, что тебе стоит? Ошибись. Я, кстати, не верю, что он еще даст пробивать. Я не буду. Пока что. Да, не буду. Собака. Ну, Жень,
мне хочется поймать плотную бонуску, которая не типа коэффициент 1.5 дала, но хотя бы, не знаю, пусть он 1 000 000 кредитов дал, что-то такого. Ну, просто короткий, годный бонус. X10 стоимости покупки можно? Хотя X10 стоимости покупки, это так-то X1000, X100. Это, наверное, что-то должно произойти. Кстати, вот мы не сказали, а здесь собрали верхний джекпот уже 46 тысяч, а копится до 50. В принципе, у нас высокий шанс его залутать. Может, у нас и получится. Иксани по-братски. Ну, хороший икс, икс-100. Икс-100. 15, ну ладно. Спасибо, что не на 2. Так, мы близки к отмазке. Пончик. Братан, ты должен был дать пончик и икс-100. Сегодня лов. Соберись. Итак. Ага. Колокольчики. Колокольчики смотри, брат. Колокольчик один. Есть иксовочку хорошую. Плюсовая бонуска. 14 тысяч кредитов плюсы. Итак. Ага. Сюда иди. Ну, проверим. Ну, хорошо. Только так в ручном режиме удается как-то держаться на плаву. Сябры, если вдруг так получилось, что вам понравился контент, вот этот вот контент, вы подпишитесь на нашу поддержку, там еще веселее. И мы выходим на разных каналах в эфир, поэтому, чтобы быть в курсе, всегда нас находить своевременно, вот просто киньте подписку. Вся информация в описании профиля канала. Итак, я предлагаю зафиналить еще одно покупное за 200 дело. Да-да, нет-нет. И покрутить что-то еще, потому что нервы не к черту. Дай, Женек, портовую ладошку. Сюда его. Ара, плати. Кушать, кушать, теперь платить. Колокольчик. Давай другого, окей. Пончик. А пончик дайте. Есть, колокольчики. Собрали еще иксовку. Иксовку. Есть иксовка. Ебу царя и маленького царька. Вот они бабки. Вот они бабки. Слушай, мы дожали, да? Прикольно, по 200. Это называется наплакал. Карта слезу любит, сябры. Карта любит слезу. Вот так будет страшно. И все такое. Вот это нравится. Это год. А еще? Брат, а можешь повторить? Вот просто ошибись, да? 2 миллиона кредитов. Семерку сыграли. Семерки — это очень прикольно. Так. Еще 5 круток. Есть еще интрига, сохраняется. Ну как интрига? Надежда, как минимум. И что-нибудь. Я не понял, что-нибудь. Тем не менее, 39 тысяч. Годится. Нравится. Интрига, завези по-братски. Не смогла. Ну, за это пятнашка. Согласился. Синий. Нет. А жаль. Ай-яй-яй, одной семерки не хватил. Собрю, тем не менее, практически лям кредитов. Нравится? Жень, считаем же это сатисфэкшеном, да? В целом годится. Можно бороться. Так, собрю, пойдемте посмотрим, что у нас еще здесь есть, во что поиграть. На самом деле, сборка новая. Может что-нибудь найти. Vampire Knight прикольный. Так, Book of Realm — это, судя по всему, книжка. Можно ее погонять. Mighty Sparta.
Угу. Версальское золотье. Олимпус Глория. Это чистая книга. Так. О, товарищ Пингвин. Пингвин — это годная, кстати, игрушка. Dice Roll. Ну, хорошо, давайте. Орал Классик Канал. Да, это чистая книга, СНГ. Поехали. Махвет. В атаку. Книжечка, приди. Наш традиционно. Кстати, вот есть Олимпус Глори, есть вот это, а есть еще медведи. Я забыл, как они называются. Вот на них я очень неплохо доезжал. Это тоже как книжка. Я помню, в одном предприятии реально просто ошибся аппарат. И что-то накидал мамину маму и папину папу, что я еле унес. То были сладкие деньки. Каким же мы сейчас с тобой как залутаем миллион. Это не миллион, а это джекпот. Верхний снимем 46 тысяч. А это, извините, 4 миллиона 600 тысяч кредитов. А это на минуточку пятнашку практически долларей. Всем для понимания, мы играем в белорусских рублях. Для того, чтобы понять, сколько будет в российских, кредиты делим на 3 и получаем российские рубли. Приблизительно. То есть у нас сейчас приблизительно 550 тысяч рублей. Российских. Так. Книжка, приди. 3. Давай почитаем статус. Какую-то важную, годную литературу. Так. Камонь. Что молчит, сучий погол? А на турбине? А теперь вторая. О, я вчера зашел в автосалон китайских автомобилей. Посидел в Ли-7 в этом Xiaomi машине. И аватар. Блин, ребята, ну там, конечно, космолеты. Товарищи китайцы на все лады извращаются, но получается прикольно. И стоит, кстати, относительно недорого. О, такая линия есть, удивительно. Понравилось. Так. Матросит немножко. Видимо, сегодня все будет так через боль, значит, заходить. Придется терпеть, но под конец нас ждет слава и богатство. Да. У нас, как у настоящего самурая, нет цели, есть только путь. Джекпот. Я слышу слово джекпот. Кому? Может, это нам? Пососи Егорка это называется. Кому-то выпал джекпот, но не нам, сэплэ. И это прорисковано. Ну, не то чтобы я за других не радовался, но своя рубаха ближе к телу. Маленький, да? Пусть подавится. А, ну, в смысле, желаю удачи. Я вслух это сказал, да? Ну, ладно. Жик. А давай фреш попьем? С кайфом, да? Попросишь? Мишка, брат, приди. Честно, уже поднадоел. Вот, давай на турбине. Надо сказать, что здесь, конечно, прикольно собрать. Кресло,
на кресле кнопочки, кресле динамики. Такое полное погружение. Сидишь, как зайка перед коброй. И просто залипаешь. Ну, с кайфом. А если еще и аппарат платить, то это вообще просто, просто шикардос. Я констатирую смерть пациента. Ах ты, сучи пего, ты видел? Книжку поставь, и все, и вот оно. Ну, на худой конец мужика, да, миллион кредитов. Библиотека, брат, давай почитаем. Срочно, я хочу комиксы, давай. Про Человека-паука. Видал? Палец и вот мой перст указывающий. Просто приказал, говорю, пришла Боровская. Она взяла и пришла. Окей, а давай машину мужчину. Вот это вот. Стой. Да не ты. Ну что мы сейчас же не видим? Два раза по два, один раз три. Есть 4 фарика, сюда иди, 800 тысяч кредитов. Нарыдал, карта слезу любит. Давай, мать марши, ошибись еще раз, дочь. От души просто. Первая же крутка, на, борода. Вот тебе котлета денег выйдется. Так. Давай, ломай меня полностью еще. Эх, одного не доставил. Все, у меня начался синдром упущенных возможностей. Сейчас бы 5 кинул, это вообще было бы просто разрыв аорты. Это было 4 миллиона кредитов, я его тоже мотал. Не зря потерпели, я тебе скажу. Так. Сябры, годится. Годится. 800 тысяч кредитов, нравится. Total кредитс вон. Целую в рот. Так, забрали. Есть 2 мульта, удвоили балик. А помнишь, как все начиналось? Начиналось все паршиво. Я предлагаю немножко поблагодарить аппарат. Чисто теоретически, а вдруг у него там есть что-то еще за душой. Такое бывает, кстати. Так. Хорошо. Ладно, мы все поняли. Нету, так и скажем. Всего хорошего. Так, мне, кстати, нравится вот эта Vampire Knight. Неплохая. Ее можно даже попробивать. Но я предлагаю смотреть, что за лакшери ход. Я вот это не пробовал, кстати, ни разу. А, Wild Future. Нет, это я пробовал. Мне, кстати, тогда не очень понравилось. Что такое Shining Crown? А, это с бонуской. Increasing Multiplier. Давай. Давай поборемся немножко, да? Я так понимаю, надо 3 короны. 1, 3, 5 барабан. И все будет. А, с двух сторон платить. А, знаешь что, Жень, я хотел попробивать на самом деле, а выплаты нищие, то есть попробивать не сильно получится. Угу. А, он и в серединке платит, все понятно. Кстати, неплохая, можно было бы не побороться. Приди. Сучи пого. Дай нам посмотреть бонус просто одним глазом. Заглянем, изучим и пойдем. Нам только спросить, да? Как в очереди, да? По классике, нам только спросить. Дай жизни, мать моржиха. И папа морж.
кто-нибудь. Так. Не, скучно, да? Такое. А Старса Респин это кто? О, это, наверное, наша тема. Стопудово. Это наша. Так, кстати. Ну? Не, выше нет статуса. Ладно. Будем так бороться. Это Макс Бет, да, 20. Да? Но он, видишь, как может колеваться. Видимо, поэтому такой Макс Бет. Не, здесь можно поменять деноминацию, пожалуйста, по 10 копеек. Играть, соответственно, это будет 200 рублей. О, звездулики, а почему? А, смотри, стэк звезд, то есть 3 звезды, они запускают респины, и можно налутать еще. Ну, это, кстати, интересно посмотреть. И комбинация, да, каких-то денег стоит, которые можно попробивать. Давайте пробовать. Нет, не смогла. Давай еще. А я хочу семерки. Корпус не дал, А, тут по линиям платят, все понятно. Просто очень много трех барабанных игр у ЕГТ, где они платят просто по барабанам. На соседних барабанах выпал уже оплата. Но это не про это игрушка. Ладно. Жень, у меня лютая чуйка, что мы поймаем сейчас большой трекпот. Мы его просто должны снять. О, нравится. Иди сюда. Так. Засал, пиши. Кажется, подвезли баблишин. Проверяем. Блин, нет, я знал. Ну как я знал? Было ощущение, что проедем мимо этого праздника жизни. Ну ладно, ничего страшного. Но ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Чисто посмотреть звездочкой одним глазом. Так. О, нам фреш дали. Спасибо. Кстати, еще знаешь, о чем я думаю, Жень? Вот компоты по этой ставке, это немножко не то. Просто не очень прикольно. Ну, типа, докуда разгоняться? Стэк звездулей, да. Так, звездолей. И три вилда. А, ну есть Supreme Hot. Так, ладно. А что, если мы с вами, раз мы уже компоты немножко погоняли, а давайте сябры с вами погоняем вот это вот. Это у нас, по сути, как шарики 15 на 3. Сразу дай. Не стошнит абсолютно. Нет, не смогла. Но реклама неплохая. Сябры, если нравится контент, киньте подписку на канал обязательно. А еще буду очень признателен за лайкосы в комментариях под видео. Ну и сразу вам напомню, что мы выходим на разных каналах в эфир. И если вам интересно следить за нашими движениями, то вы можете подписаться на нашу поддержку, где мы своевременно информируем о том, где сегодня подрубаем. Вся информация в профиле канала СП. Так. Ага. Есть два. Неплохо вилды кидает, я скажу. Реально неплохо.
Сюда иди. Бонус Джан, приди. Надо сказать, что эргономика шикарна. Огромнейший монитор. Тачскринчик. Кнопочки на кресло. Сидишь как барин. Ей-богу, вставать неохота. Ам? Я вот посмотрю на соседний новомат. И думаю, может быть, мне его еще подпихнуть. Как думаешь, Жень, сделаем? Так, ну хорошо. Тогда переведешь на него камеру? Ну, просто поверни вот так, мы сейчас зарядим, да, просто. Так. Если меня еще и заначишь. Готовил для другого, но тем не менее. Черт, кошмар, придешь? А, блин, что дело? Так. Давненько я с тач-панелью не играл, уже начал троить маленько. И... А давайте. Все, пусть крутит. Как только мы с вами здесь доедем, мы камеру переведем и посмотрим бонус. Вот такой вот будет экшен. Экшен коннекшн. Так. А тем временем... Германа все нет, а мы его ждем. Скаттербрат, приди. Я, кстати, очень люблю играть на двух аппаратах, хотя это не совсем правильно. Я вот сколько раз замечал, ты на одном доезжаешь, ну, это хорошо, если так, на одном доезжаешь, во второй тупо перекладываешь. То есть выиграть в этой ситуации становится еще тяжелее. Все-таки лучше концентрироваться на одном. Мы попробуем. Сказал я себе уже который раз в жизни, мы попробуем. Так, Сабрык, кто только к нам присоединился, играем в белорусских рублях, сумму кредита делим на 3, приблизительно получаем российские рубли. То есть мы сейчас с вами играем по 500 российских рублей. На балике у нас с вами порядка 650, порядка 700 тысяч рублей. На самом деле, хотя бы что-то накидывают. Тут мало-помалу. Не просто вот масло, это те же шары, да? С уже там 100 тысяч кредитов отожрал. Вообще ничего нет. Угу. Можно бонуску завести, кстати. Давай, возьми свет. Могла, ладно. Это порискованно. Может, сейчас? Аппарат, брат, ну же. Есть у нас бонус как по 4000. Пойдем смотреть, а этот пусть пока мотает и ловит здесь бонус. Да, Жень? Поехали. Покажу. Готов? Блин. Личка у нас, конечно, смешно выглядит. Ее меня видно в кадре? Жаль, ребята, вы бы угарнули. У меня висит петличка. Ну что, папарацци, готов?
этой жизни, сестра, брат. Давай годную. А, блин. Не туда нажал. Все, погнали, алга. Кто сыт, тут гиб. Давай, мать моржика, три шара. Повторится. Длинную дорогу. Как я люблю. Так. Спасибо, пожалуйста, еще шар. Могла слушать даже пока штанги не ставят. Ладно, копи ярость. Ну, а вот и штанга. А теперь три шара. Я же шесть не прошу, три просто, да? Пять штанга. Ну, сжимается потихонечку. Потихонечку сжимается. Твоя жизнь, шар-шарик, приди. Опять штанга. Лешанс, финаль. Классическая комбинация по соси Егорка. Ладно. Боремся. Пилюс. Почему нет? Погнали обратно. Чёртовы шарики поматросили и бросили, я, честно говоря, подумал, сейчас должно быть неплохо. Ну вот и валетики на 40 тысяч, ага. Бонуски это 240, конечно. Дорогу осилит идущий. Как обычно, выходишь, жопа из казика, жопа болит. Дорогу осилит идущий. В следующий раз нам повезет. Вот это вот все. Или коронная фраза. Ёбаный в рот этого казино. Блять. Я, кстати, знал этого человека. Ну, все, кто в казиках работал в Москве, его знали. Легендарная личность. А у нас есть джекпотик, похоже, маленький, да, Жень? Но, тем не менее, с почином. Что? Если вот так 46 тысяч пальцев в сотки начал, вот теперь... Да. А, я понял, долг я тут. Слушай, ну вот это вот такое. Тынь-тынь, а пока ничего. А ездят с руки. Руки, ребята. Фартовый палец заряженный сегодня. Я копил ярость. Так. Нет, птичка, Жень. Все время скачет куда-то не туда. И грозит записать звук пола. Ну что, сябры, аура мощнейшая. Мне прям сильно интересно, получится у нас или нет. Здесь тоже бывает долгая дорога. Нажми там автостарт по пальцу. Еще раз. 15-3. Наша классика. Практически те же шарики. Аура мощнейшая. Понеслась. Ай-яй-яюшки-яй-яй. 150 тысяч на 3. 450 тысяч кредитов. Только что мимо. Давай, полцарства за повтор. Три пирамидки. Сюда его. Какие пирамидки? Просто скатера. Три скатера завези. У нас, кстати, там бонуска тоже пришла на шарах. Это всегда так. Ты катаешь в один аппарат, у тебя один глаз смотрит сюда, а второй туда. Я не знаю, как это происходит, но я реально могу смотреть на два аппарата одновременно. Возьми свет. Не взяла. Плохо. А сейчас? Сейчас надо. Повтор, ну. Одни штанги, ладно. Мы тебя дожмем. Сучи пайго. Заряженный палец. Опять не шмогла, да япона мать. Так. Ну и знаешь что, пошла ты. Она, кстати, сейчас изменится, я думаю. Мы сейчас попробуем еще ее подолбить.
Хорошо, то пока работай, зарабатывай. А мы пойдем посмотрим бонусы на шарах. Сябры, кстати, мы сейчас вещаем параллельно с Ютубом, еще и на Кике. То есть, если вдруг у вас Ютуб работает с тормозами, вы можете посмотреть нас еще и на Кике. Всегда у нас идет параллельно трансляция. В ТГшке у нас есть вся информация. А чтобы попасть в ТГшку, профиль канала нашего, загляните. Там все есть. Готов попараться? Дай жизни, сестра. Давай, извинись. За прошлое извинись. Так, начали с двух шариков. Хорошо. Блин, сразу курить хочется. Я только что покурил, но надо срочно еще. Ладно, держимся. Здоровье наше все. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо шел. Шло. Шарик-кошмарик, дай нам повторчик. Давай, сучи-мучи, ну, смоги. Ам. Блин, нет повести печальной на свете, я вам клянусь. По 4000, вот такое вот. Хочется мощненько. Спасибо. Давай, соберись, тряпка. Волю в кулак, волю к победе. Девочку надо было гнить. И... Ну, ладно, тем не менее, это патроны, мы не отчаиваемся. Просто боремся дальше. По 4. Сразу. Могла бы там накинуть, да, сходу? Слушай, ну вроде же шевелится. Или. А давайте, ребята, а вдруг у нас получится? Давайте 5 палок копалок попробуем поймать. Я хз, почему я так придумал. Но уже же получилось у нас на глазах. У Саши Афгамбера было 5 скатеров в бонусе. А потом, когда мы об этом вспомнили, и у нас. А вдруг еще раз получится? Попробуем по троечку залутать там бонус. И повторить наш успех тот колоссальный. Пока возвращаемся к нашему обидчику. И пробуем здесь пробиться. Жень, ты зацепил меня гарнитуру за сосок. Ладно, я шучу. Так. Ах, чуть было не было, две палки-копалки. Ладно. Не отвлекаемся, собственно. Я утомился. Ты утомился, Жень? Я не вижу, что смотришь. Не, ну ЕГТшки, как мы увидели, могут удивлять. Нет. Да. Взяла и дала, что называется. Хотя вот тоже, да, мы купили за 200к бонуску, она дала 900 тысяч кредит. На турбине. Годится. Окей. Дай жизни, брат. Аура мощнейшая. Работаем, брат. Congratulations. Погнали. Заклинаю, 180 игр. 180 игр я хотеть. Сразу. Не получилось. Опасный проход, удар, гол. Ху, штанга. Ладно. Едем дальше. А куда все вилды подевались? Можно как-то? Ладно, может, я его пугаю. Так. Давай, сама. Смоги.
не получились. Опять не получилось. Честно, должно. Колоссальное количество байтов. Почти каждую крутку он ставит 2 ската. А надо 3 одновременно. Братик, если ты не знаешь, я тебе объясню. Я молчал. Чтобы не спугнуть фарт, я молчал. Мы своей работой довольны максимально. Очень жаль, что наша работа не принесла результат. 81 тысяча кредитов ни в чем себе не отказывает. А весь прикол состоит в том, что он, в принципе, не убивает. То есть вот мы как стояли на 2 миллионах кредитов, мы где-то там и болтаемся плюс-минус. Но и в то же время нету рывка качественного. Вот такой бонус надо было давать. Ладно, чуть-чуть еще попробуем. Ага, ага. Опа, быстро пришла. Это извинение. Давай-давай, извиняйся. Ребята, 8:30 утра. Я уже освоил, не знаю сколько, сигарет, даже думать об этом не хочу. Ладно. Вот это, кстати, неприятный спутник моей катки. Много курить, здоровью вредить. Итак. Моя попытка номер, не знаю, 18153. Так. Как бы нам интригер залутать? Уважаемый Rise of Ra. О, 4 птицы. Только Вилл не там пристроился, но ладно. Так, 2 фараона, спасибо. Опять учё. А сейчас? Всё, соберись, тряпка. Что это, типа, быстрая бонуска, это что, это ничего? Плохо. Ты просто посмотри, где 3 вилда. А сколько 3 вилда стоит? 75 тысяч. Ну, допустим. Это уже хоть на что-то попал. Ясно, повтора не жди, но ладно. Ладно, x100. Бонус на x100. Первая за сегодня на этой игре. Так. Ну вот как будто и прессанули. Ну что, будем следующую ждать, Жень, как думаешь? Нету мнения, да? Чуть-чуть дадим шанс. Ну а вдруг? Он бывает вот так вот, по чуть-чуть, ни хера не плятит, не плятит. Но потом просто разгон берет. Так же, как и на этой, на Бонадзе. Тоже не дает, не дает, не дает. Бам, пробился. Тут ЕГТ он такой, его надо прям допинать ногами. Как бы он не допинал нас. Ага. Ага. О, комбинацион. По 32К. Давай, смоги. Добраться. Надо сказать, что аппаратик шевелится. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Не хочу сглазить. Как вот по играм гуляем, пока что-то видим. Блять, как только это говоришь, сразу начинается погибель. Сколько раз я зарекался, не надо хвалить заранее. И ни в коем случае нельзя говорить, о, мне уже хватит. Вот когда бонус идет, это у меня Катя так любит, типа, о, уже нормально, уже окупились. Как только это говоришь, автоматный бог все слышит, а тебе нормально? Тогда достаточно. И перестает платить. Так, хорошо, бонусные погоняли. Давайте с старого доброго. Supreme ход. Кстати, здесь полянка на 2 умножается. Это глупо. Нравится, да.
колокольчик и звездочки, вот здесь годная комбинация. Он тоже играет, вот жрет, и потом у него есть прям волна 3-4 спина, когда он платит. Вот их пробуем ловить, и их опробойчик. А, вот оно. Смотри, вот 48К. Годится. Проверяем фортишу. Сюда. Запикнем. Так, ну а где продолжение банкета? Дал один раз подержать. Яблочки можно было выставить. Эльси. Ну давай. Думал, пойдет красная дорога, не пошла. Ну и хорошо, что в прошлый раз не продолжил бить. Так. Мог бы семерки дать, не стошнило бы. Так, вот это интересно. Окей. Есть звездочки. Я вот сейчас подумал, хотелось бы звездочки, они пришли. И хотелось бы их пробить. Вот это я додумать не успел. Мне очень нравится, когда на этой игре платят несколько линий колокольчиков или звездочек. Они же стеком тоже вылетают. Ты можешь там 3-4 линии оплатить. Да. О, бары заехали. Редкое явление. Так. Ай. Колокольца. Привет. Так. Кучить, потом блясить. Это было не было. Только семерочка бы вырулила. Да, вот посмотрим. Никак не поймаю его за усы. Раз. Ага. Кстати, сябры, всех с субботой, кто смотрит этот ролик, у вас поздравляю с выходными. Яблочки, подожди. Опять не дал дальше тут тебя. А сейчас? Может, час? Персики. Ну, давай. Слушай, вот упирается. Один раз дал пробить более-менее. Дальше мы уже больше слили на пробор. Ладно. Это наша жизнь. Игра. Жду чего-то годного. Сам не знаю чего. Может, полянку. Я раньше часто ловил полянки. Правда, на старых версиях. Ну, кстати, палки нас там прибивают весьма активно. Так, тихонечко. Кучить. Никого не случить. Ой, вот могла бы заметить. Это было бы, ну, кстати, не так дорого. Так. Семерка не смогла прийти. Как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Ч
честно его потренируем маленько. И все случится. Да ебона мать. Начинаю засыпать. Он меня услышал? И опять отматросил. Блин, пошла вот череда комбинаций. Пробивать не дает, сучу кого. Осуждаю. Ну же, шанса не брат, эх. Полянка мимо. Да и ладно, несколько линий звездочек. Разрешаю тебе сделать это. Ну или колокольчик вот поставь еще один. Уже было бы с чем работать. Имба, 72 тысячи. Хорошо, сюда иди. И еще раз. Хорошо. Take win. Запишем. Восстановили статус-кво. И, наверное, сейчас немножко еще проверим и пойдем куда-то еще попытаем удачу. Давай, соберись. Что-то дал одну комбинацию, дал немножко пробить. Это не считается. Женя, ты не видишь табло с джекпотами, сколько там сейчас? Табло с джекпотами не видишь, сколько там сейчас большой? 46 400? Хороший, горячий. Ну, допустим. Было мнение на красное. Короче. Кац предлагает сдаться. Три удара, да-да, нет-нет. И, пожалуй, все. Еще раз. И еще раз. Еще немножко. И последний. Амнитик. Вот эти байты. Мне очень нравится полянка. Я был бы сильно не против ее увидеть. Это была комедия. Все. Спасибо, дорогой друг. Хорошо. Ну что, сябры? Есть у нас еще Emperor of Glory. А есть еще Пингвин. А давайте в Пингвина поиграем. Это, кстати, старая игра. На самых первых EGT-шках она уже была. И она реально прикольная. Мне очень нравится. Здесь на среднем барабане, только на среднем, выпадает символ скатер. Значит, если он займет все три позиции, то есть стека, он он все барабаны по кругу, а все символы по кругу сделает вилдами. И, по-моему, он сейчас даст только одну крупку, если не ошибаюсь. А если бы было три символа... А, нет, три крутки он всегда дает. А просто вилдов будет только вокруг него. А если бы стек стоял... А, не вокруг, да, по бокам. А если бы стоял стек, то у нас бы все три барабана были бы вилдами. Ну, слышим быстро ответил, достаточно быстро дал пропуск. Так, стой здесь, никуда не уходи. И это такое, ребята, он не старался. Просто это быстрый бонус. Как всегда залетело, особо ничего не дала. Ничего страшного, зато посмотри. Ну хорошо, ждем стек полностью. Сябры, если нравится контент, поставьте лайк этому видео. И кроме лайка, кинь подписку, к вечеру будешь с мокрой киской.
А я напомню, что мы выходим на разных каналах в эфир и также размещаем контент на разных каналах. А чтобы быть в курсе и не теряться, вы можете подписаться на нашу телегу и там получать актуальную ссылку в момент выхода в эфир или в момент выхода нового видео. А вся информация о нас, профили этого канала, если бы не поленитесь, загляните, посмотрите и прожмите. А, ну и нужно добавить, что мы сейчас выходим параллельно с Ютубом на Кике в эфир. У кого Ютубчик не тянет, вы можете смотреть нас на Кике. Мы не туда сделали, ничего. Даже. Мне надо такие бусы, трусы и бусы, короче. И на бусы вешать. Слушай, палка-копалка матросит и уже оставил нам только 300 тысяч кредитов, да? Алексей, предлагаю на шары перейти. Вот это всегда так происходит, когда топишь на двух аппаратах. На одном ты более-менее наживаешь или держишься, на втором сливаешь. Зачем? Непонятно. Окей. А еще разочек. А сейчас? Ага. Тереню. А еще я заметил, что когда приходят быстрые бонусы, это значит, что следующий ты не скоро увидишь. А я предлагаю, знаешь, как сделать? Я предлагаю, должен же быть какой-то итог, да? Бесконечно же нам катать. Нам надо какую-то черту провести. Значит, вот здесь будет стоп-слово 1,5 миллиона кредитов. А вот здесь, Жень, я попрошу тебя стопнуть. Можешь включить, пожалуйста, шарики обычные, эти барабанные, по 3000. И здесь, как только поймаем бонус, посмотрим, ну и, наверное, стопнемся. Сразу видно, что Женек катающий. Хоть он и придуривается, типа, я не катаю. Точно где-то зависает по вечерам. Уверенно рукой все выставил, все ставки. Он на клавиатуре чаще ошибается, чем здесь. Опыт не пропьешь. Да-да-да, Штирлиц никогда так не был так близок к провалу вверх. Креветко. Здравствуйте. Давай на турбине. Ага. Ага. Фью. Ага. Хорошо. О-о-о. Летит 44 тычки. Ну, кстати, опа, и бонуска заехала. Ну, это уже лучше. У нас вилдов будет значительно больше, сябры. Пробуем. Да и жизни в прямом смысле папа Морж и брат Пингвин. Креветка похожа на белку из ледникового периода.
Опа, поехали. Много вилдов. Акулы. Нет, не закрыл, к сожалению, касаток. А очень хотелось. Давай, моя попытка номер два. Пингвин. Ну что тебе стоило опустить? С королем местами поменяй, и уже годно. Шансони по-братски. Креветка. Ни одной линии не закрыл, представляете? Ладно, 80 тысяч, тем не менее, он на танке. Целую в рот. Спасибо. Так. Я, кстати, знаешь, что кажется, Жень? Что у нас будет максимально херовый звук, потому что петличка всю катку смотрит куда-то в сторону аппарата, но не в меня. Ладно, я буду вот так держать. Я буду как репортер говорить. Микрофон. Блин. Да-да-да. Собственно, если вы не слышали, люди говорят. А тем временем у нас бонуска, Татьяна. Да-да-да. А дай скатер. Вот целый стек. На весь средний барабан. По-братски. Шансони. Собрал, но вот, кстати, для сравнения, как играет Новомат, как играет ЕГТ. ЕГТ туда-сюда, обратно, о боже, как приятно. Потихо он подбревает, потом раз, какой-то камбэк, и ты вроде, ну, по итогу-то все равно сольешь, но... Хотя бы игра была. Бонус биль. А Новомат, вон, 640 тысяч кредитов зарядили. Осталось 200. Дураки на месте. Да, и, кстати, ну, там вообще не стараются. И, кстати, ЕГТшка тоже может клюнуть несколько миллионов кредитов. Вообще изи. Да. Всего хорошего. Окей. Давайте Dice Roll проверим. Прикольная игра. Ну, кто в теме, тот в теме, кстати. Окей. Как же я хочу вилл на втором барабане и на четвертом. Это, кстати, очень мощная комбинация. Есть такая же игра с лепреконами и клеверами. Вот я ловил так вот. Опа, на маленький джекпотик залетел. Маленький — это прекрасно, но хочется большой. Жень, запустишь там? Ну, либо на первом барабане, ладно. На первом и на четвертом. А так они тоже поймают друг друга. Ну, желательно, естественно, по центру. Ух, Ванька жадина. Ну же, мать моржусь, отдай Ваньке лудомана два вилда. На второй, на четвертый барабан. Хочу запрыгнуть двумя ногами в жир. Вместо этого пассатижи. Пососи же, старичок. Так. Чуть было не было. Опять не дала. Кстати, вообще не старается, согласен же? И это тоже. Короче, если мы сейчас сольем на новомате, то получается мы все... Ой, хороший! Как жаль, что виноградик не сработал. Я твою душонку мотал электрическую. Брат, братан, братишка. Так. А зря не поверил в красный нас. А зря не поверил. Ну ладно. Короче, если он вот тут сожрет, то мы будем тупо при своих. Вместо того, чтобы быть в плюсе.
А всего-то надо было не жадничать и не лезть в соседний аппарат. Ну ладно. Повторюсь, у воина нет цели, есть только путь. Ай-яй-яй. Нет ничего печального, не сыгравшего вилда. Ой, бой, махаться будешь со мной? Да, мощненько. Это не мощненько, это не мощно. Не мощно. Так. Ждем бонус на новомате. Все-таки она, мне кажется, должна прийти. Истина где-то рядом. Хотя я скажу, что по тройку совсем не отвечает. Женя, давай снизим до 2000. Ну, звездулик, можно было, да. Сразу, сразу поставил два скатера, третий не довезла, ладно. Ага. Так. Надо было на четвертый сейчас выставляться. Можно было бы бороться. Так. 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 О, теперь не знаю, засал пиши. Видишь, красная, как шла Жень. Зря я тогда не поверил. Нормально бы зацепился. Окей, патроны подвезли. Боремся. Борьба чуть-чуть. Давай, брат, одновременно два вилда. И тогда имба. О. Ладно, придется. Ой, есть же, наконец-то у нас бонус-то пришла. Но я твое все мотал. Так, сябры, знаете, как мы с вами сделаем? Сейчас один секундомерчик. Давайте мы с вами сходим на Олимпус Глория. Это, по сути, те же книжки. Выставимся подушечки, пусть они здесь сами поработают, а мы с вами перейдем на новый мат и посмотрим бонуску на шарах. И сразу там бонуска залетела. Прикольно, пока мы ушли. Глянь, на 209 тысяч сразу, Жень, комбинация. Ничего себе, 4 чечелины сыграли. Татьяна? Что? А, эту посмотрим, а потом сюда? Ну, давай. Так, поехали. Закуриваем. Блин, ну единственное, что она быстро пришла, то такое. Но ничего страшного. Портовую ладошку. Спасибо, папарацци. Попу тебе раться. Дай жизни. Дай сестру. О, мистер Твистер пришел. Хорошо. Интрига. А, так это фараон. Понятно. Сколько ты нам дашь? Два раза по два, один раз три. Кстати, эта игра повторюшная. Я вот обратил внимание, она часто дает интригеры. Ну-ну-ну! Сучий, мучий. Три штучки. Но все равно нравится. Но очень хочется пять. Интригер, завези! Дед-пердед, приди! А, пришел, да не тот. Это его братишка, видишь, косматый. Этот, знаешь как, этого мама любила, он стал директором цирка. А это его брат-алкоголик. Смотри, косматый, дебритый. Эх, я твою душу хватал. Шансонель, а шанс финаль? Слушай, ну хорошая. На 30к. Вообще нормально. Очень быстро залетело. Но тут все по году сделало 4 чечелина, а чечелина это максимальный. Это как мужик на книжках собрать. Вот она, эта комбинация. По сути, мы сейчас 4 мужика с вами залутали. Нихера себе. Ладно. Ты пока тут развлекайся.
А мы пойдем посмотрим бонуску на Шираксе, брат. Погнали. Ну и, кстати, другие, если нравится контент, обязательно подпишитесь на канал, прожмите Лукас. Буду признателен вам за комментарии под видосом. И напомню, что мы выходим в эфиры на разных каналах, выкладываем контент. И если вам интересно следить за нашим творчеством, вы можете подписаться на нашу телегу и там обладать полнейшей информацией о том, что происходит в нашей жизни. Ну и, соответственно, вся информация в профиле этого канала, друзья. А мы начинаем наш увлекательный аттракцион. Что? Женек, кайф ломаешь. Ну что ты? Алга, кто сыт, тот гибнет. Аппарат, брат, ответь. 640 тысяч кредитов мы на тебя поставили. Ты все сожрал и ничего не дал. Дай, пожалуйста. А у нас там опять бонуска заехала. Вот это увлекательный аттракцион. Я очень люблю, когда то тут, то там, то тут, то там. Давай, 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 повторится. Не смогла. Пробуем еще. Ну, сестричка. Давай, один раз под хвостик. И... Три короля. Что нам с этим делать? Пять штанг, да? Что-то попахивает пассатижами опять. Операция под кодовым названием «Провал». Ладно. Хорошо, полови. Полови еще, мы пойдем. Я знаю, где деньги. Мы пойдем за бабками. Ну дай жить, брат Кондрат. Давай, чечелину. Поставь чечелину. Да не эту, ё-мать. Этот типа жука. Это вообще погибель, наверное. Ну ладно, посмотрим. Так, две. Хорошо. Две девушки, это приятно, но я бы хотел развлечься с пятью сразу. Вывезу ли я? Конечно, вывезу. Давай, шансони, пять. Да не две, ебана мать. Пять чечелин, ошибись. Да не так, в нашу пользу ошибись. Очень хочется. Ну, опять две. Вот все время вот эти символы скамные, они вот так вот играют. Проще реально поймать символа, который типа фараона. Все, машина ехала, вот. Боремся, ничего страшного. Ту-ту-ту. Ловись, рыбка, большая и мало. Ну такое. Как думаешь, есть еще потенция? Да, да, Жень, я, конечно, про аппарат думал, я не про твою потенцию, блин. Женя, можешь там переключить на книжку, пожалуйста? Шестибарабанная, да. С очень поглубом байтика. Книжка «Мартышка», приди. Mm-hmm.
На подушке. Давай, директор цирка. Еще троем приходи. Есть же, Женек сразу, с левой руки поймал три книги по двушечке. Гоу смотреть. Так, библиотека сама стартанула без нас и дала фараона. Такое себе. Ну ладно. А вдруг? Книжка, приди. Дай Ваньке Лудоману 6 фараонов. Ну же. Ах ты, бесстыжий. Два это такое. Два в карман не намажешь. Шансонель. Было, не было. Быстрая бонус, сказали. Похоже, это всего хорошего. Соберись, тряпка. Пошел-то. Не сдается. Ну ладно, бонус биль-биль. А мы попробуем по 4000. Стоп. Нет, не так. Давай по четверику, да, нет. Ну, зато линия тузов. Прикольно. В итоге сегодня весь базар вывозит ЕГТшка. Вообще план был именно в нее играть. Так и надо было делать. Мы за каким-то чертом пошли на соседний новомарк. Так. Ага. Ну что думаешь, Жень? Бонуску мы тут посмотрели? Посмотрели. Здесь у нас патроны есть? Есть. В принципе, мы при своих. Мы, конечно, не плюсанули, но и я, в общем-то, неплохо поиграл. Не, ну немножко есть, да. Если прямо сейчас 120, то мы с тобой 1600 белорусских рублей, да? Что делает полтинник российский? Ну дай книжка, приди. Ай-яй-яй. Там по четверику только что была штанга на соседнем аппарате. О, ну что ты брата своего косматого не спустил? Еди стало. Правило первых двух. Так, новомат дожрал. Да, все. И теперь надо понять, что мы здесь делаем. Я предлагаю до 1700 на турбине. Да, нет. Ошибись. Не смогла. Сябры, это был увлекательный аттракцион. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам контент понравился. Если вам интересно следить за нашим творчеством, подписывайтесь на нашу телегу. Мы всегда там выкладываем ссылку на актуальный канал, где у нас будет трансляция или очередное видео. Остаемся на связи. Вся информация профиля канала. Обнял, поднял, поставил. И всего хорошего. Играйте ответственно. Или лучше не играйте. Пока-пока.